товарищи! Здравствуй! Больно! Так вот, по результатам нашей работы в прошлом году, значит, наше, скажем так, отношение города выражено в том, что награждают благодарностью губернатор города Севастополя и председатель законодательного собрания наших активистов, которые принимают активное участие в наших мероприятиях. Поэтому губернатор города Севастополя награждает за значительный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения города Севастополя Пицко Ян Владимирович. Выйти из строя. Кто ж так выходит? Поздравляю. Раз. Я про себя. Ян Владимирович, я от законодательного собрания Алтабаева. Спасибо. Он знал, что их в армии не спал. Так, наш постоянный и неизменный фотограф. Дед Немченко Валерий Александрович. Чемпион. Да, вы знаете, любая погода, любое это. Поэтому губернатор города Севастополя и законодательное награждает вас. Дусяк Игорь Иванович. Наш неизменный администратор, да? И судья. Игорек. Также вручается Богданову Денису Викторовичу. Денис! Бонжур, Россия! Ну и самая большая мишень на наших соревнованиях, чаще кому прилетает, да? Самая большая у нас дед, но чаще прилетает у нас Гущенко Сергей Павлович, наш видеооператор, неизменный. Поэтому поздравляю, Сергей Павлович. Служу России. Одновременно и от губернатора, и от законодательного собрания. Так, значит, вы поняли, что сегодня, пожалуйста, милости своими пистолетами на чемпионат, это раз. Движок сегодня, что мы делаем, чтобы было тепло. Мы взяли большую покрышку, потому что, когда легкий вес человек тягает, неинтересно. Один подбежал, схватил и утащил. Поэтому сегодня решили вас погреть. Вот, и усложнить. Поэтому у нас большая покрышка лежит между зданиями. Будет двушка, трешка. И делаем там встречку.